Это же седьмой дубль. Арина? Да? На твоем канале уже 1000 подписчиков. Что ты будешь делать? И вторая бутылка шампанского. Почему я русалочка? Ванер. И пью. Не, ну почему пью, понятно? На моем канале уже 1000 подписчиков. Если честно, для меня это приятная неожиданность. Когда я создавала свой канал, я думала, что на нем будет только фотоконтент. На нем вообще нет никакого контента, если честно, уже 1000 подписчиков. Может быть, если бы я выпускала ролики каждую неделю, делала качественный, красивый контент, не ехала бы сейчас в ванне вниз, то подписчиков было бы больше. Но мы никогда этого не узнаем, потому что я ленивая жопа. Сейчас основное направление моего канала – это игровые стримы. Скажите мне еще год назад, что я бы проводила онлайн-трансляции, читала на них книги, играла в шутеры. Да я вообще не знала, что такое шутер. Прошло уже полгода с момента запуска самых первых стримов, и мы вместе с вами пережили огонь и воду, медные трубы, хэдкрабов, отключение электричества в самый неподходящий момент. Сейчас я хочу сказать большое спасибо всем, кто меня поддерживал и помогал на протяжении всего времени. Около стримов и упоротости, как сейчас. Эй, я испачкала. А, я же Ваня. И сегодня я хотела бы спросить у вас, что вы хотите видеть на моем канале, помимо около стримов и упоротости, как сейчас. Вы же знаете, что я прислушиваюсь к вашим комментариям и советам. Ну, кроме «покажи сиськи». Я очень благодарна, что вы у меня есть. Спасибо, ребята, вам за 1000. Да ну, блин, я намочила ее, скользко, мне руки скользят. Не полотенце надо. Она уже